транслирую. Поставил вместе 50 Ом, 20 кОм параллельно. 20 кОм и 100 кОм. 19 или 17 кОм, вернее. Черное, потом серые и потом коричневое. Это значит, серое так 9 вроде бы на резисторе. И параллельно этим резистором лампочка. Так, трансляция идет. Набрал самую лучшую позицию, когда она самая сильно горит. Это светодиоды. Вот потребление мерю. Вот что транслирую. Вот идет наушники и идет провод на станцию. Так, теперь покажу эффект, как при включении очей генераторов выключается низкочастотный генератор. Низкочастотный питается от самодельного вот этого источника питания 25 вольт. Тут войдет через амперметр, он тут не совсем правильно показывает. И потом вот минус, и вот плюс. Тут еще сглаживающий конденсатор пошел. Вот плюс пошел. Пошел на катушку. Минус вот тут пошел. Потом это на землю идет. Этот провод. А другой минус вот вот тут идет, потом вот тут, потом тут, тут его на транзистор минус. Вот тут он. Ну тут коллектор идет. Тут на катушку, то есть ток. Ну и тут конденсатор между катушкой и 1 нанофарад, чтобы вот он для смеха так, в общем. Скрепляет братство этих двух. Теперь включаю генератор ВЧ. Если вы видите, тут засветится светодиодик. Есть! Покажу поближе, вот он. Теперь выключу низкочастотный генератор. Включу высокочастотный. Вот так включен, нужно только скважинность увеличить. Вот этим вот регулятором. Лампочка загорелась. Теперь снова включаю высокочастотный. Вот начинала скрипеть. Вот и лампочка погасла. Ерунда. Все полностью прекратился. Треск чего-то погасло, не знаю. Как бы заблокировался полностью генератор. Низкочастотный. Скважину скручу, ничего не происходит. А еще покажу, скважинность уменьшу, чтобы потом, когда включился, он не сгорел транзистор, то тут он очень сильно нагревается. Вон, загорелась светодиод за землей, вот там. Вот тут лампочка горит. Вот от этого питается ВЧ-генератор. Вот это. Потребление он цепился провод.
шкала 4 ампера и 14 вольт. А теперь покажу на отвертке вот эту отпущенность. Вот эту отпущенность. Почему-то так, тут опять мощность, тут узел, это немножко так странновато распределяется. Вот это заземление, и можно на пол волны тоже настроить, не проблема заземление на пол волны. Заземление и провод ярче будет. Кручу, 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 кручу. О! Зашкаливает, уже отключается блок питания, защита срабатывает. Очень ток больше. И напряжение снизу. И тут такое поле вообще становится на пол волны большое, но и потребление, конечно, больше. Вот лампа вот тут горит уже. Вот на таком расстоянии горит. Я от него начну тоже вот так говорить. Достаточно далеко. Тут уже пол волны. Вот я уже по краям не горит. Посередине горит. И в заземлении все подвер горит. Ну, а теперь можно тоже посмотреть, если низкочастотный генератор теперь включу, скважинность увеличиваю, тоже вот ничего не происходит. Вот, да. О, шипение появилось, когда очень большую сделал. Блин, иногда творит. Пробую еще отключить осциллограф, может там какие-то тут наводки. Тормозит. Нет, все то же самое. Вот теперь вообще согрелось. Теперь отключу высокочастотный. Ничего, низкочастотного. Вот не самая большая скважинность. Накрутил вот так, чтобы показать. А теперь включу низко. Вот что. Вот треск появился. Ну, шок на высокой скважинности, то как бы еще более-менее работает. И вот пропало. То есть сперва нужно низкочастотный включить, а тогда высокочастотный, там он как бы не перехватывает. Вот, перехватил. Скважинность увеличить. Все потухло. Самый максимальный сделал.
Пять.